Итак, входной билет стоит 30 лир. Дети бесплатно. Ну, вот, собственно, вход в каньон. Вот это начало каньона.
Итак, мы оканчиваем нашу прогулку по каньону. Каньон очень красивый, величественный. Однозначно его нужно посетить. Кругом бегом у нас это заняло 2,5 часа. Перепад высот не критичный. Даже люди, которые не сильно любят гулять пешком, они могут это сделать легко. И самое главное, везде есть места отдыха, скамейки. Итак, ребят, вот этот каньон обязательно посетите. Классное место.